Так, я продолжаю проходить мод призм. Сейчас будет немного ебучая карта. Нужно уничтожить эти треугольники, чтобы дальше открылся путь. Проблема в том, что в той комнате спавнятся мобы до бесконечности. Собачки и это, молниевые твари, вертигонты. Многовато гаусса потратил, конечно. Это печально. Поэтому лучше загружусь. Ну а там что-то взорвалось. Теперь я пойду туда и покрошу этих мобов. Но это будет очень опасно, потому что они молниями стреляют. Когда я пройду дальше по коридору, меня вытолкнет и путь закроется. Там будет очень мало мест, где можно спрятаться. Надо подобрать патроны еще. Рядышком. Слишком много урона впитал, это плохо, мне это не нравится. Поэтому просто загружусь. И дальше начинается неприятная часть. В общем, вот эти светящиеся штуки наверху и по краям убивают игрока, если коснуться их. Соответственно, нужно, когда поднимаешься вверх, устремляться в люк наверху. Еще проблема в том, что тут есть мозговые твари, вот эти, которые шмаляют своими энергетическими шариками. Не очень хочется на них тратить ману, чтобы не повел бы. А патроны не очень хочется тратить на них. Так, ну, видимо, я прыгнул достаточно сильно, поэтому я сейчас начну опускаться. Можно перевести дух немного. Перезарядить все оружие. Так. Вообще их будет довольно-таки много, поэтому просто, видимо, придется впитывать весь урон. Видно, что меня немного оттолкнуло. Конец. Следует сохраняться, когда пролетаешь через эти штуки.
Вообще тут нужно, наверное, достаточно много брони накопить в прошлой комнате. Ну, то есть постараться как можно меньше урона придать. Возможно, загружаясь по несколько раз и используя тот прием, который я сделал. То есть расстреливаю вот эти треугольники, призмы, пирамиды. С той точки, где они могут атаковать Батигон. Так, это, сколько я помню, последняя часть. Этот уровень называется гравитация, но он довольно-таки короткий. Вот. Вот видно, я впитал довольно-таки много всего. Уровень закончен. Я проходил дальше, вообще говоря. То есть видно, что у меня есть сохранение дальше, но просто мне очень понравилось то, что я проходил, поэтому лучше заново. Будет пока просто показывать быт этих тварей. Они развлекаются по-всякому. Ну пусть развлекаются вообще. В лесу врагов не будет, поэтому я могу спокойно идти. Как Рэмбо мне никто ничего не сделает. Там наверху всякие преграды есть, которые, видимо, раздавят игрока, если просто наверх ползать. Там наверху еще одна хрень, которую нужно разбить. Сейчас пытался экономить всякую взрывчатку, потому что я где-то читал, что битва с боссом на тяжелом уровне сложности будет очень требовательно к взрывчатке всех. Тут, видимо, без нее все-таки не обойтись. Не знаю, если тут путь без растяжек вот таких. То, что я как раз нашел вот именно вот такой путь. То есть можно было потратить немного гаусса. Возможно, зря тратил ракетницу. С другой стороны, ракетница не так удобна в бою. Может, ее нужно перезаряжать. Если там хоть со всех сторон могут, то лучше, наверное, гаусс. Он гемальский, как обычно, наблюдает. Пока непонятно в этой истории, будет ли гемальным союзником или врагом. Такие неведомые символы на стенах стоят. Пытаться расшифровать их, в смысле. Тут, видимо, идет телепортация, да. Всех тварей. Очень громкая и яркая телепортация. Под столовка. Не знаю, имеет ли смысл пытаться убивать их через стену Гаусса. Ну что понятно, можно добыть себе вообще драться еще или нет.
товарищи видим ядерную боеголовку света. Вообще образцы оружия. Не знаю, что я сделал. Возможно, имеет смысл их убить заранее, потому что кажется, что сюда все равно придется идти. Потому что я это не видел еще. Поэтому просто возьму и скажу им. Видно, что они сломались. Может пытаться расшифровать вот эти знаки. Момент патронов идет. Где-то возможно. Неизвестно, нужно ли вот этих делать. Я не вижу патроны. Наверное, нет. Взорвал монитор. Где там? Хотелось бы, конечно, пройти в комнату, но понятно, как лекция. Зачем кто-то закрыл дверь? Я думаю, как-то можно открыть. Надо посмотреть, может еще есть какие-нибудь генераторы, которые можно взорвать через стену? Возможно, можно эту штуку сломать. Зрительно. Ладно, сдаюсь и ухожу дальше. Сейчас коридор позади должен обвалиться, и там будет лава. Что-то лучше вообще даже не приближаться к краю, потому что она начнет наноситься урон. Будет переход к следующему уровню. Назад уже никак не вернется. Уровень называется арена, и придется сразиться на этой арене. Я это уже делал, это не очень приятно, потому что видно, что никаких укрытий нет. И всякие безобидные мобы вроде этих тварей. Осьминогов. Но когда там будет пытаться Вертигонта и гранты, то будет очень трудно укрыться. Тем более Вертигон начнет стрелять еще даже в тот момент, когда будут падать вверх от портала. То есть видно, когда сверху падают вниз, но как бы
целиться и заряжать они начнут будут заранее. Впереди нас ждет очень приятный БДС. Что ж, Гаусса много есть. Может как-то им затащить парку. Не было понятных тварей. Ты еще можешь забраться вот по этому склону. Ну или вот по этим штукам. Видно, что выдают патроны. Всех видов будет броню. Вот это уже портал туда. Сначала там будут крабы, потом будут собачки. После собачек появится тройка где-то вот в этих гонках слабых. Там уже будут осьминоги. Время убийства осьминогов появится довольно-таки сильно в артигон, потому что много урона внести. В общем, на всякий случай сохранюсь. Сен, у нас непрошенные гости. Отвратительно наблюдать, как некое существо извне вершит судьбу нашего мира. Главное смотреть на то, как агрессор постепенно превращается в жертву. Пришло время мести! Так пусть зажгутся огни Ксена, да начнется бой насмерть, и прольется кровь чужеземца. Плохо сделал. Не хочется вообще получать урон от этих тварей. Всем, у нас непрошенные гости. Отвратительно наблюдать, как некое существо извне вершит судьбу нашего мира. Позабавно смотреть на то, что леса постепенно превращается в землю. Пришло время мести! Так пусть зажгутся огни Ксена, да начнется бой насмерть, и прольется кровь чужеземца. Большая передышка, может быть, сохранится. Не очень приятно. Если бы монстры адекватно на меня реагировали, было бы гораздо сложнее. Там еще находится секретная комната, на что аптечку. Ну да, нет смысла идти, потому что, чтобы убить всех категорий, которые будут мешать пройти, нужно потратить кучу патронов.
А вон там внизу, на спуске, есть озеро, которое прогонит ПП. Это должно появиться уже осьминоги. Тут будут летать сферы взрывчатые. Может быть, не уклоняться некоторое время. Вообще, первый раз на перене довольно-таки быстро ходит. Нужно сидеть без суеты. Еще по факту вон там комната, через которую я прошел куда-то. Вот за стеклом. Можно через нее гауссом убивать какой-то мортигон. Но это, по сути, бессмысленно, потому что лучше побежать в эту комнату, которая ниже. Просто на бомб сейчас схожу, я не собираюсь напрямую выращивать штуку, потому что она мне быстрее, всех сторон летают. Я не знаю, возможно, где-то по определенной траектории есть точка на карте, где можно просто встать и ее не летать, когда не дают. Адекватная ситуация свалить. В этих двух штуках будут осьминоги, но с ними воевать не очень приятно. Потому что зачем это делать, потому что с ними не воевать. А вот озеро, которое ставит ХП. Этих тварей тоже лучше не брать, потому что зачем брать патроны зря. Так можно не тратить. Если бежать туда, то там начнется кат-сцена. Но там могут быть проблемы с тем, что игрок закрывает иногда на том уровне, приходит, поэтому он сохранился лишний раз. Мои верные слуги, меня беспокоит существо извне. Оно уже достигло сердца нашего улья. И я не могу противостоять опасности в таком состоянии. Помогите мне выбраться из собственной плоти и освободиться от оков.
Оставьте мне кости врагов. Я рассчитываю на вас, мои верные слуги. За своих предков. Дальше мне предстоит битва с тремя Агонарчи. Не слишком приятно. Пушки еще умеют генерить хэдкрабов. К счастью, они генерят только больших хэдкрабов, не маленьких. Эта штука еще патроны не создает и состоит блеск. Видим, когда при пересечении с кем-то я постою, наверное, так не появится. Вот не появились, видимо. Если думаю, нажмет на кнопку, откроет решетку, сразу бежать туда нет смысла, потому что кислота убьет, даже если идеально прыгнуть. Да? Есть труба, которую можно сломать. Кислота потихоньку зальется водой. Ящик, который можно сломать. Я не хочу тратить на него гранаты. Просто впереди меня ждать битва, где будет множество врагов. Поэтому лучше наносить урон по площади. Конечно, я не потрачу все взрывчатые вещества, он просто хочет минимизировать расход. Сейчас нежданчик небольшой, не надо пробегать. Нежданчик улетел. А вот тут проблема, то что столько сломалось. Но это пофигу, с учетом того, что мы уже видели. Внизу пиявки. Лучше грохнуть.
представляешь, находится два мини-фудкраба. Очень приятные твари. Там зона, где будут донарчи. Один донарч будет там и там, и два других будут в соседнем зале. Видно, что не стреляют на опережение, поэтому с первого права то они будут идеально в складе. Лучше, конечно, тратить рубрет, потому что его долго перезаряжать — это вообще очень плохое оружие для боя. Я имею в виду для честного боя. Вообще хочется их сначала убить, потому что... Много ланов пытал, мне это нравится. Этот зал очень плохо любит тем, что тут везде можно зацепиться, вот когда вот за эти объемы. И донарч ушел. Тут уже чуть попроще. Много урона впитал, мне это нравится. Здесь можно легко зацепиться и все предметы. Наверное, Глада уже 5 урона. Thank you.
меньше гонарчи, тем проще. Гонарчи закончились, дальше путь открывается потихоньку. Теперь нужно избавиться от крабов, по-моему, скорее, потому что они могут урон наносить все-таки. Теперь можно вот эти штуки разбить и собрать все, что у них выжило. Почему-то крабы умирают с 5 выстрелов. Блин, это очень плохо, мне это не нравится. Зря потратил гранату, которую можно было не тратить. Все из-за дурацкого подбора оружия. По идее, автоподбор лучше выключать, когда в одиночном игре. Сетевой лучше выключать. Хотя и там тоже бывают случаи, когда автоподбор только мешает. Надо удостовериться, что все собрано. Зато можно идти в ту комнату, но там еще могут быть крабы. Игра вот эта. Вообще тут могут быть кнопки. Возможно, эти штуки могли как-то помочь во время боя. В общем, фиг знает. Можно идти дальше. Вот дальше будет неприятная часть с зомбарями. Всякие. Там будет темная комната, в которой будет очень много зомби. Вообще не хочет тратить лишние патроны, поэтому лучше их выманить. Очень живущая тварь попалась. Не хочется вообще со всеми махаться таким образом. Нужно выманить быстрых зомби, потом подать вот этих. Убить их даже будет проще гораздо. Где этот затупок? Главное не спешить, потому что можно попасть под удар. Быстро не очень спешит сюда бежать.
это не слишком живучее. Может пытаться убить их взрывчатками, вообще не хочется тратить патроны или что? Это еще должны быть хоть крабы, по идее. Нужно их выманить, эту часть комнаты. Выманить вот эту фигню. Пробежать туда. Снова закрылась. Там наверху зомбари остались всех от краба. Краб, причем там вроде бы спавнится бесконечно. Это очень, ну, призывает какую-то ловушку, комнату. Тут нет пути дальше. Лежит ресурс. Конечно же, тут ловушка есть. Впрочем, ловушку легко можно обойти. Бегает вортигон. Что я урон пытал от него. С учетом того, что есть озеро становящий КП, можно чуть ли не с монтировкой бежать и убивать этих тварей, и дальше не тратить патроны. И там дальше между стенами и потолком маленький зазор, поэтому нельзя лонг-джампу делать. То есть, если даже я заберусь вот тут по стене, то я не смогу пропрыгать мимо всех врагов. С другой стороны, можно пытаться писать растяжки вон там и пройти, поднявшись по стене. Сюда можно попробовать поставить растяжки.
вот этот хороший план вообще, то, что я не пробовал. Тем более огонь может нанести урон. Вот видно, что план неплохой, в принципе, но нужно избавиться от той твари. Не знаю, что это было, как это произошло. Тратим стрелянный арбалет по более-менее статичной цели. Видно, что эта тварь очень переместилась, мне убивать не очень удобно стало. Ну да ладно, надо взять дробовик и показать, где стреляем. Ну блин, эта тварь очень вообще офигела, мне это нравится. Причем может повредить даже если видна часть тела. Еще можно пытаться использовать снарков вместо стяжек. Очень плохой план. Но снарки, с другой стороны, не позволят чтобы вот так потихоньку отстреливать этот убит. Много урона впитал, опять же.
вот эти красные вообще полнейшие ублюдки. Хорошо, надо разобраться с этим красным, с этим каким-то дальше. Можно немного путь расчистить. Но там бедно высовывается. Сколько там пикселей. Гранд. Гранд дроп. Вот очень живучая тварь. Очень плохо, мне это не нравится. Причем прибегает только так, ты вообще не ждешь. Короче, построим, потому что цена сейчас будет загружаться. Видно, что красная тварь выбежала только тогда, когда рядом появились ее союзники. Очень хитрая мразь. Чудо, что в меня не попали мухи. Бесполезный арбалет можно использовать против статистичных целей. В этих хрен попадешь, потому что снаряды летят медленно.
Я подождался еще один красный дырок. В этих штуках зачастую лава находится. Но в одной из этих штук находится тут дальше. Уже три выстрела. Ясно, этот товарищ пошел скупаться в лаве. Не знаю, пал ли там что-либо или нет. В общем, в этих штуках либо галочки, либо воды. Можно очень быстро так подскакивать, но я не советую это делать. Есть более гарантированные методы. Это подойдет то, что я сделал сейчас. Выполнено уже полное. Где зря я тратил арбалет, скорее всего, потому что можно было потратить револьвер. С какой стороны револьвера с вебину сесть? Не знаю, где уже всех убил в этой комнате. В общем, в этих штуках находится батарея. По-хорошему можно за два коробки быстрого галлопса эту штуку снять. Надо целиться просто в нужную точку.
Но вот видно, что стена очень серьезно отличается по текстуре от самой стены. Это вызывает на вопросы. Опять же, видно, что это секрет, что мало всего расположено. То есть 1-3 это вообще ни о чем. И видно, что вот тут еще как-то применяется. Ну, понятное дело, что Гаусс у них стреляет сквозь стены. Вуаля. Дальше будет внизу лабиринт, очень приятно. Но пока что на этом видео я заканчиваю.